Здравствуйте! Свое видео я снимаю в преддверии новогодних праздников. В прошлый раз мы с вами сделали новогоднюю открытку с Дедом Морозом из легкого пластилина. Но у нас очень много бабушек, знакомых, друзей, родственников, которых можно поздравить с праздниками. И мы решили продолжить эту тему новогодних открыток и сделать еще вот такую открытку со всем известным веселым котиком Хулиганом. Для изготовления открытки нам понадобится картон, который мы складываем вдвое и делаем книжечку, такую открытку. Также воздушный пластилин, клей ПВА и можно дождик порезать, получить такой вот блесточки. Для начала мы делаем вот такой вот овал из воздушного пластилина. Вытянутый, прижимаем его. И немножечко изгинаем в левую сторону, чтобы у нас получилась такая фасолька. Форма фасольки. Затем специальным ножичком мы отрезаем треугольник из верхней части. У нас получаются два треугольных ушка для нашего котика. Заготовку мы приклеиваем с левой стороны нашей открытки, чтобы у нас еще справа поместилась елочка. Крышечкой от фломастера мы выдавливаем глазки. Глазки не по центру, а смещены немного в правую сторону, потому что он смотрит на елочку. Я сделала цвет глаз с фломастером и носик, но лучше взять все-таки воздушный пластилин, маленький кусочек черного пластилина, потому что фломастер начал немного увеличиваться в размере. Пластилин мокрый, как бы растекается, пятно не держит форму, так что берите лучше воздушный пластилин. Итак, делаем хвостик небольшой, лапки. Одна лапка поднята для того, чтобы... потому что котик хочет достать игрушку новогоднюю. Другая упирается о пол. И еще одна задняя лапка. Мы делаем круглое бедрышко. И приклеиваем вот так вот заднюю лапку. Кот сидит. Ножиком делаем пальчики. Разделяем наши лапочки на три пальчика. Вот так подсовываем ножик и выделяем три пальчика на каждой лапке. Далее мы сделали, вот видите, елочку делаем из таких вот кружочков. Каждый нижний больше верхнего. Из этих кружочков мы сделали как будто облака. Мы их немножко расплющили, придали им такую форму. Далее мы украсили елочку и подписали с Новым годом из воздушного пластилина. Далее мы по контуру открытки покрыли ее клеем и нарезали дождик. У нас получился такой праздничный вид. Вот Серафим и Манечка тоже делают своих котиков. Getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will
truly come my way. Hey, hey, hey. Every day it's getting faster. Everyone said go ahead and ask her. Love like yours will truly come my way. Hey, hey, hey. Every day. Вот такие у нас вышли забавные котики. Забавные открыточки, которыми можно поздравить своих родственников и друзей, которые принесли удовольствие и нам самим тоже. Всех с наступающими праздниками, хорошего творческого настроения.